Торжественная обстановка, гербовый зал, бойцы в военной форме, а это в основном уже не молодые мужчины, убеленные сединой. Они с волнением ждут начала торжественной церемонии награждения. Губернатор выразил гордость за мужественных земляков, отважно защитивших родину. Мужество оренбургских казаков было отмечено на самом высоком государственном уровне. Денис Паслер отметил, что для него большая честь по поручению президента вручить заслуженные боевые награды. Казаки во все времена доблестно и честно стояли на страже национальных интересов России. Защищали мирных жителей. Так происходит и сегодня. В это непростое для нашей Родины время. Вы стойко выполняете задачи, сопряженные со смертельным риском. Я искренне горжусь, что в Оренбурге есть такие бойцы. 22 бойца казачьего «Барса» получили медали за отвагу и медали за заслуги перед Отечеством второй степени. Отважный медик награжден медалью Луки Крымского. С каждым награжденным губернатор по-дружески перекинулся парой слов. Среди награжденных – казак, который после ранения за наградой был вынужден идти на костылях, но с бодрым духом. Бойцы пришли на церемонию с семьями, детьми, женами, родителями. Не отсиживался в тылу и сын бывшего начальника областного УМВД Александр Романов. Бросив работу, он отправился воевать в Луганскую республику командиром десантно-штурмовой группы. Крайний бой у нас был под Александровкой, Пенецкое направление. Вот и с ребятами в пятером 2,5 часа бой держали. Вот награда, заслуги перед Отечеством второй степени. Что вас туда вообще сподвигло? Патриотические соображения. Вот я тогда был, занимал должность заместителя главы Советского городского округа. Вот, и принял все решение, то, что нужно ехать на передовую, помогать ребятам, нашим братьям, приблизить победу. Сделать все возможное для того, чтобы победа была наступила как можно скорее. Александр Романов получил осколочное пулевое ранение, контузию, но поле боя не бросил. Одной из главных наград герой считает крепкие объятия своего отца и восторженный взгляд дочерей. Атаман Орской станицы Сергей Сыроватко в Луганской республике командовал группой бойцов численностью около сотни. Благодаря грамотным действиям подразделение не понесло потери. За это и медаль за отвагу, считает герой. Лично работали в моей роте, работали старшие посту. Они знали весь единичный состав, сектора обстрелов, где, когда, что. Знали все полностью расписание. Всегда отлично ребята экипировались, маскировались, если нужно ходить в секреты и так далее. Выявляли лёжки противника. Ну, все остальные дела всегда предупреждали. У нас не было никаких проколов и не было еще ни 300-х, ни 200-х. Оренбургские казаки на фронте в самой гуще событий с октября прошлого года. Многие готовы вновь взять оружие в руки и вернуться к братьям на передовую. После награждения все кавалеры сфотографировались с губернатором на память. Александр Криволапов, Георгий Бурлуцкий. Новости дня.